вашего позволения, ведь оптимист – человек без воображения, а у меня есть реально воображение. Например, сегодня, когда я пьян, скольжение. Когда я возвращаюсь пьяным домой, как сегодня, да что со мной? Жена всегда в любом моем виде ждет. И так уже 27 лет, год в год, год в год. Оптимист, с вашего позволения, ведь оптимист человек без воображения. Когда я возвращаюсь пьяный домой, как сегодня, да что со мной? Всегда в любом моем виде ждет. И так уже 27 лет, год в год, год в год.